Всем привет! Вы на YouTube-канале Рыбачий Патруль. Дорогие друзья, и вновь я в затопленном лесу. Как говорится, Бог любит Троицу. Первый раз здесь было более-менее, второй раз как-то плохо. И вот решил я третий раз, как сказать, контрольный, приехать, проверить здесь. Да-да, нет-нет. Значит, погодка сегодня, южный ветер. 1-2 метра в секунду. В общем, солнышко, все идеально. Если здесь кумжа есть, значит, она сегодня брать обязательно должна. Ну, если нет, значит, крайний раз я здесь и бывал. Значит, все, сейчас выставляем удочки и ждем поклевочек. Так, у нас первая поклевочка. Высасывает. Вяло, да, как-то? Ага. Кивает чуть-чуть. Все, что ли? Он же здесь. Есть. Ага. Так это этот, голец. Ёпарасы, это ж гольчик. Ага. Чистой воды. Засосал. Да, голец. 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 Красивый. Ага. Нормально тут. Сейчас. Пусть живет. Порадовал нас. Да. Чуть-чуть поранил. Да тут за губу выживет. Да. Не внутрь. Иди. Беги. Молодец. Оп. Ну что, хорошо. Хотя бы поклевочка какая-то. Ну. Время 11. А у нас всего лишь одна поклевка гольчика. И все. И у нас стоит 16 удочек. И ни одной больше поклевочки. Я не знаю, что уже делать. Я прихожу к такому мнению, что рыбы здесь просто уже нету, наверное. Все, что было, я поймал, поэтому надо отсюда сваливать. Сейчас мы попьем кофейку, наберемся сил и, наверное, есть у меня там одно место на примете, разлив речки небольшой, попробуем там половить. Может, что-то там будет. Так что пока чаек, потом переездик и посмотрим. И если там нам не понравится или что-то, пойдем-то окуней половим. Знаю, я тоже озерцо, там вот такие окушки клюют. Хотя бы на них оторвемся. Место, конечно, интересное. Здесь открытая вода. Разлив такой достаточно большой. И вот там тоже метров 300, тоже открытая вода. Ну, кто-то, вижу, несколько луночек сверлили. Попробуем мы просверлиться поставить, чем черт не шутит. Так, первая поклевочка у нас. Сидели, ждали, ждали и увидели поклевочку. Ну не знаю, несколько раз ударило и все. Здесь у меня мерцалка и мормышка. Да? Ага. Что ты? Че с ним? А. Давай ты ее просто клюй. Я ее туда, на меня сюда. Первая поклевочка была, к сожалению, ну, почему как-то вяло очень. Червяка сдернул и все. Я даже не уверен, что это кумжа, либо форель, потому что эта рыба более жадная. Она не такая. Может, я не знаю, что здесь. Может, сижок какой-нибудь. Подождем, половим пока. Так, поклевочка. Вот
неплохое. Опа. Ну вот она, родная. Все-таки поймал я тебя сегодня. Это чистой воды кумжа. Какая красоточка. Хорошая кумжечка. Хотелось бы, конечно, покрупнее, но и такая ничего. Непонятно, да, рыба клюет? Можешь? Ага. Что за рыба-то? По-человечески не клюет. Есть? Есть. А, маленькая форелечка. Да. Дело-то. Это не, это кумжечка. Не, кумжечка. Да, это маленькая кумжечка у нас, да. Давайте отпускать. Да. Порадовало. Мы думали, что за рыба клюет? Кумжечка маленькая. Ага. Вот, дело уже и на лад пошло. Вроде бы уже не так грустно. Да. Надо... Сейчас тебя отпущу. Доставьте вы ее, опарыш, пусть заработала. Так, ну что, поменять. Где речка вытекает у нас, кумжечка, грамм на, ну, такая неплохая. Сколько грамм, не буду говорить. Вот, и вот здесь все-таки, уже не первая поклевочка. Здесь у нас речка впадает. Ну что, будем ловить, пробовать, искать. Что, все? А, не. Здесь у меня зеленая мормышка. Ну, давай, давай, давай. Давай, давай, ну. О, есть. Фу ты. Ну, кумжечка была такая, может, грамм 200 это точно было. Фу ты. Оцепилась, за лед зацепилась. Вот, на такую зелененькую, да, зелененькую. Ну как загибает-то хорошо, а? Давай, давай. Мелковато, конечно. Это форелька. Легко вытащил крючок, ничего не повредил ей. Ну беги, родная. Спасибо тебе за поклевку. Клюнь ты нормально, а ты долбит, долбит. Ну. Колючка. Вот такая рыбалка. Время 16. К сожалению, сегодня у нас опять грустно. Кто-то скажет, зачем такое видео, смотреть неинтересно. Ну нет у нас другой рыбы, нету. Карантин, все закрыто, уехать куда-то невозможно. Поэтому небольшие озера, протоки около дома, вот на них и рыбачим. Ну, как говорится, хоть что-то, чем вообще ничего. Но дома сидеть уже скучно стало, сразу говорю. Дома, я вот вчера дома отсидел, чуть не застрелился. А сегодня день как-то хоть и побегал, походил, поездил, новое место разведал. Обязательно я еще сюда наведаюсь. Сегодня просто рыба не клевала. Но будем надеяться, в следующий раз у нас будет поинтересней. Все, дорогие друзья, всем счастливо, всем пока.